Девиз недели. Что есть враг хорошего? Овен. Здоровье – лучшее лекарство от всех болезней. А вот горький осадок от разговоров можно подсластить необычным десертом от телеканала «Еда». Лев. После дня рождения все силы на дело. Удача ждет достойных на любых выборах. Стрелец. Создайте гармонию, желания и возможности. Учитесь делать сказки былью. Телец. Кому бархатный сезон, тому и роман с продолжением. Для всех остальных праздник 1 сентября. Дева. Идет процесс осознания жизненных целей, подведения итогов, а кто-то уже может смело сказать, что жизнь удалась. Козерог. Успех недели через смену обстановки. Просто купите билет на ближайший рейс и вперед к приключениям, как герои канала Teletravel HD. Близнецы. Объявляйте закрытие дачного сезона. Летние конфликты позабыть, а «Худой мир» – лучшая программа осени. Весы. Позвольте событиям идти своим чередом, и все будет к лучшему. Нет смысла искать себя в прошлом. Водолей. Жажда острых ощущений у молодых можно утолить спортом или просмотром трюков на канале «Русский экстрим». А граждан третьего возраста ждет вкусный опыт любви и секса. Рак. Все новое, подзабытое старое. Мода на наряды всегда повторяется. Совершая странные покупки, сохраняйте чек. Скорпион. Если нельзя изменить обстоятельства, меняем отношение к ситуации. Ищите позитив на канале «Хорошего настроения» «Сарафан». Рыбы. Обязательная регистрация соглашений. Долговых, брачных и прочих. А вот знакомство с будущими родственниками – шаг к краю. А звезды и я желаем вам удачи.